Офицер Национальной гвардии прострелил себе бедро, когда проверял пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативного территориального объединения Нацгвардии. Мужчину со сквозным огнестрельным ранением доставили в реанимацию областной клинической больницы. Там он и пребывает в данный момент. Напомню, это уже второй случай непроизвольного самострела в рядах правоохранителей за этот месяц. В минувшую пятницу лейтенант полиции Одесского районного управления номер 1 случайно выстрелил себе в живот во время учебно-тренировочных стрельб.